Неприятный запах, неэстетичный вид, вред экологии. Мусорные полигоны мешают жить не только химчанам, но и жителям всей области. Как решают эту проблему? Об этом представители областного министерства ЖКХ рассказали жителям городского округа. Ключевой вопрос – захоронение отходов. Теперь не закапывать, а перерабатывать. Для этого в планах строительство 12 комплексов по переработке отходов и еще 4 по термической обработке, чтобы к 2025 году прийти к нулевому захоронению отходов. Сейчас в области почти 40 мусорных полигонов. Из них больше половины уже закрыты, там проводят рекультивацию. Остальные будут модернизированы, причем ответственность ляжет на собственников. Обязанность собственников при получении отходов, соответственно, модернизировать полигоны, то есть переводить их к современным экологическим стандартам. В первую очередь это, конечно, сбор газа свалочного, который как раз-таки является причиной неприятного запаха. Соответственно, его сжигание активное. При этом при сжигании еще вырабатывается электричество, которое обеспечивает работу данного полигона. Чтобы грамотно перерабатывать отходы, нужно прививать культуру сортировки мусора. Для этого во дворах по 2 контейнера – синий и серый. Причем люди активно взялись разделять пластик и пищу. Даже количество баков для сухих отходов пришлось удвоить. Но новый подход привел к появлению новой строчки в платежке за коммунальные услуги. Вера Богачева – пенсионерка, живет на улице Советской. Рассказывает, контейнеры вывозят раз в неделю. При этом платят они по нормативам, в зависимости от площади квартиры. Суммы выходят большие. Самое главное, что люди платят с метра квадрата. Странно почему-то, потому что, конечно, мусор вырабатывает, это же не метр квадратный, наверное, а вырабатывает, как вам сказать, люди. Вот. А получается, что берут с метра квадратного. Пенсионеры, допустим, живут в двухкомнатной квартире, там в трехкомнатной, по одному человеку, а платят просто баснословные суммы. Есть управляющая компания, которая выставляет там по факту нашего почему-то, по нормативу, но будем разговаривать. Поговорить удалось. Тарифы на сбор мусора установили региональные операторы, утвердили в прошлом году. Однако в дальнейшем их планируют пересмотреть. Если у вас возникают вопросы к сумме в квитанции, в первую очередь обратитесь в управляющую компанию. Именно она решит проблему с региональным оператором. Ксения Брагина, Николай Забродин, служба новостей.